Еще одна новость из Индии. Как минимум 46 человек погибли в результате схода оползня. Стихийное бедствие произошло в штате Химачал-Прадеш. Грязевой поток сошел на автомагистраль национального значения. Под завалами оказались несколько автобусов. На месте проводят поисковую операцию. Помимо спасателей, в ней принимают участие и военные. Пока найти живыми удалось только 5 человек. Местные власти не исключают, что число жертв может возрасти. Десятки жителей пропали без вести.